Рассмотрим систему механиков. Мы открываем инвентарь и видим определенный набор вещей. Выберем одежду механика и нажмем «Использовать». Как видите, наш персонаж переоделся в рабочую форму. Наша с вами задача – отремонтировать данный транспорт. Как вы видите, у него дымится двигатель и помята левая дверь. Для начала откроем капот. Вводим команду. И открываем капот. Следующим нашим шагом будет взятие инструментов. Мы можем их взять из нашего инвентаря, либо с рабочего стола механиков. Возьмем гаечный ключ, так как он необходим нам для починки двигателя. Подходим к капоту машины и нажимаем Alt. Важно помнить, то, что каждое проделанное действие утомляет нашего персонажа и отнимает энергию. В связи с этим нам придется отдохнуть кое-какое время, не больше 2 минут где-то. И тогда мы сможем приступать к дальнейшим работам. Лучше всего, конечно, работать с кем-то в паре, чтобы работа двигалась более быстрыми темпами. Ну вот и это долгожданное окно о том, что нам нужно передохнуть. Как я и говорил, не больше 2 минут. Ну, пока что мы можем закрыть капот, введем команду и положим инструменты назад. Я могу пока открыть инвентарь, вы посмотрите, что у меня там есть. И, наверное, я перемотаю на 2 минуты вперед. Время отдыха закончилось, мы выбрали в инвентаре молоток и идем исправлять нашу помятую дверь. Также подходим к ней и нажимаем левый Alt. Вот, собственно, дверь починилась и наша машина новенькая, целая. Вернемся назад в офис. Снимем себе одежду командой Andress. Вот и все.